Я учился в первом Б, в первом А была учительница Ирина Константиновна Гуацаева. Почему я запомнил имя не моей учительницы? Потому что, опять же, не могу сказать, как часто это бывало, но перед переменой, примерно за 5-10 минут, из коридора раздавался звук гармошки. Я опять же сейчас не вспомню, какой именно это был щинт. Может быть, какой-то, который мы сегодня будем играть. Вот. И нас выстраивала наша классная. Мальчик-девочка, мальчик-девочка. Естественно, никто тогда не знал, что такое щинт, что такое танцы и так далее. И вот она дверь открывала, объясняла нам, что делать. Мальчики делают так, девочки делают так. И вот выходили мы. Уже А-класс кружится, выходит Б-класс, следом выходит В-класс. Вот как бы такое. Да. Позже уже, наверное, значительно позже, там у меня еще был футбол в моей жизни, там еще что-то. Потом была музыка, потом была рок-группа, потом, в общем, вот все это вернулось вот в это все. И в этом зале, насколько я знаю, сейчас сидит учительница первого А-класса тогда еще, Ирина Константиновна Гуацаева.